Челябинске уничтожили партию игровых автоматов. Трактор сравнял с землей. Около 400 одноруких бандитов. На этом полигоне игровые автоматы изъяты в ходе многочисленных проверок. В этом году проверено более 2000 заведений, в результате которых свыше 700 человек привлекли к уголовной ответственности. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и прокуратуры Челябинской области совместно с судебными приставами и представителями Управления Росимущества уничтожено около 400 единиц игрового оборудования. В итоге объекты незаконного обогащения превратились в металлолом. Правоохранители уверены, что на этом полигоне наверняка не все игровые автоматы. Работа по изъятию оборудования будет продолжена.